про антикорупційний суд, і в той же день вони проголосували за подання про відставку міністра фінансів Данилюка. Це людина, яка напряму спілкувалася з представниками Міжнародного валютного фонду, вела переговори і так далі, і так далі. До нього була довіра. Що це, оце таке рішення кадрове, що воно означатиме для нашої співпраці у подальшому з кредиторами? Ну, во-первых, правильно, на мой взгляд, сделали акцент на том, что МВФ требовал принятия закона, и у вас в студии Юрий Бойко как раз, вы знаете, что оппозиционный блок не проголосовал. Вот это меня насторожило, когда они проголосовали. Бойко мотивировал тем, что это решение голосования за этот суд, ну, мол, надо вот, чтобы сделать для того, чтобы нам дали транш, грубо говоря, на отмах. И вот тут интересный момент возникает. Я боюсь, чтобы так это так и не оказалось. То есть приняли, чтобы получить транш, а дальше опять будет имитация борьбы с коррупцией. Надеюсь, до этого дела не дойдет, поскольку ситуация у нас очень сложная в плане антикоррупционных всех органов и так далее. Но Запад будет внимательно следить за всем этим, и я надеюсь, что Запад поможет все-таки институализации всех антикоррупционных органов. Что касается отставки Данилюка, то мне кажется, что она продиктована исключительно внутриполитическими причинами и разборками внутри провластных партий. Мы не знаем до конца, что реально там происходит, но мне неприятно, как эксперту-международнику, что вся эта волокита и все эти разногласия вышли из хаты, да, грубо говоря, и стали достоянием, вообще стали достоянием мировой общественности. Дело не только в его письме, я думаю, и до его письма в МВФ и в посольствах иностранных государств в Украине знали о конфликте Данилюка с Кройсманом, с правительством, с некоторыми членами правительства, поскольку этот конфликт возник не вчера, на самом деле он уже длится несколько лет, и любой эксперт это знает, политический эксперт. Вот это недопустимо, когда внутренние разногласия становятся достоянием общественности, мировой общественности. Это произошло. Это еще один минус всей политической системы. И Данилюку, и Гройсману. Мне глубоко все равно, мягко выражаюсь, кто там, чья вина, что они там делили, замов своих. Но это минус для всей политической системы. Ну, до речі, сам звільнений міністр із трибуни Верховної Ради заявив про корупцію в урядових структурах, зокрема в Державній фіскальній службі, і тиск на нього. Давайте послухаємо. Роботу ДФС пронизано корупцією і конфліктами інтересів. Призначення на посаду професіонала, до якого є довіра, неможливо в умовах, коли посада є предметом торгів між політичними силами. Власне, із такою риторикою покидає кабінет міністрів Данилюк. Є експерти, які вважають, що це, так би мовити, старт його політичної кар'єри. Погоджуєтеся чи ні? Чи це просто от причина була у конфлікті виключно із Гройсманом, ну, в тому числі? Чесно скажу, від вас вперше я услышав, що це, можливо, старт його стартап діяльності в рамках політика. І, скоріше, якщо це так, то буде явно опозиційним. Вряд ли он пойдет в провластную, точно, президентскую систему. Это минус еще один минус для провластных партий. Потому что Данилюк сам очень высокопрофессиональный человек. Он действительно профессионал, очень высокообразованный, сильный аналитик, финансист. И иметь такого оппонента, оппозиционера, это не плюс для власти, особенно за 10 месяцев до президентских выборов. Он может усилить любую оппозиционную силу. Я не знаю, кому это пускай решает он сам, но тем не менее это факт. Что касается его заявления о коррупции в системе органов власти, наверное, он прав. Она существует, но о ней ему надо было говорить раньше. И 2 года о ней говорить, сколько он возглавляет Министерство финансов, даже больше, чем 2 года. И пусть он бы говорил бы и привлекал к ответственности. А когда ты ушел с должности и говоришь, вот смотрите, я работал, там коррупция...